Всем привет, с вами Русало. Мы сейчас начинаем трансляцию. Да, я забыл сегодня про рулетки, и сегодня мы, наверное, крутнем рулеточки. Скоро они закончатся, если уже не закончились. Да, как-то тут непонятно. Непонятно. Привет, привет. Так, мы крутнем сегодня вот эту рулетку. Как это выключить? Так, вот. Получить. Привет, убивашка. Исключим пока ненужное нам серебро, чтобы побыстрее получить премиум. Итак, получили мы премиум. Замечательно, круто. Прямо бесплатно забрали. И еще один день так у нас там осталось. Не знаю, стоит ли, не стоит получать, или завтра лучше получить. Давайте-ка мы лучше завтра получим. Нам пока хватит и этого. Нам кто-то стучится в клан. Что же, кто же это? 21 левел. Ну, насколько мне известно, они не принимают таких, поэтому мы сразу же отклоним. Так, заберем наши ВП очки, чтобы про них не забыть. А мы отправляемся пока в бой. Пока что. Проведаем, что к чему. Итак, у нас превосходство, дальнобойная карта. Возьмем, конечно же, дальнобоев. Пойдемте сейчас на эту гору. И как к нам близко кто-то подошел, точно разбирать. Пока приблизится, но, увы, восстановление соединения. Я думаю, что это временное явление. Очень в это хочется верить. Не прет нас интернет. Увы и ах. Получилось. Блин, это очень плохо. Вот что я вам скажу. А сейчас я отойду на минуточку, ребят. Подождите, попробую что-нибудь сделать с интернет. Итак, я вернулся. Надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Во всяком случае, я в это хочу верить. Сейчас по нам будут идти шок-трейны. Наверное.
Попробуем разобрать этого булгасари, если он нам дастся. Едва ли он нам дается. Да. А давайте мы тоже, наверное, шок трейна возьмем. Булгасаре погоняем немножечко. О, еще кто-то на шок трейнах. Ну это капец. Это очень плохо. Ну давай уже, стрельни. Вот так вот, хотя бы одного да убрали. Нет, это ерунда. У нас что-то не вышло, да? Что-то пошло не так. Надеюсь, в следующий раз все будет хорошо. Будем в это пока что верить. Пойдемте в путь. Успешный путь. Эй, мы так проиграли. Здорово, Илья. Рад тебя видеть. Меня, Игорь, Ростелеком. Ну уж не знаю, что Ростелеком такой плохой. Но мы пока что были в топе. Сильно мы не проиграли. Так что... Да-да, ладно. Пойдемте пока дальше. Гонка за маяками. Здесь возьмем ближников. Погоняем пока ближниками. Это, говорит, твой клан в названии. Ребята, это клан подписчиков. Хороший клан, русскоязычный. Так что приходите. Я был, говорит, на тест. Вообще класс, первый раз. Ого. Ну, супер, главное, что ты остался доволен, Илья. Так-то да. Интересна эта тема, участвовать на тесте. Ох, как это меня разобрал-то, ты посмотри, а? Это он же с чем меня таким? Темпест. А, нет, это Аркан был. Капец, что ж такое? Амо, да, надо будет в конце обязательно глянуть, что это такое, потому что это, правда, очень интересно. Очень-очень. Опять привет, да, привет, Андрей. Итак, кто у нас тут в этот раз? Кого мы будем сжигать? Но мы так его и не сожгли. Но мы пока разогреваемся, пока что. Так что мы не будем... обижаться на эти сливы. Не будем. Ну давай, ливнись. Да, хорошо там нас темпестами валятся. Нормально, темпест МК-2. Мы еще, кстати, пока не в курсе, насколько он МК-2 у него. Сколько золота дают за видео на тест-сервере? 100. Ну, по крайней мере, раньше давали. Сейчас не в курсе, дают ли вообще или не дают. То есть одно видео 100 голды. Немного, но приятно. Но мне вот, например, перестали давать. Я перестал стримить, участвовать на этих тестах. На этих тестах я заполнял формы. Играл, как вы видите, но, увы, перестали давать голду, поэтому ну их нафиг. Не хотят, ну я тоже не хочу, раз они не хотят. В общем, не беда. Итак, тут у нас то ли грифон, то ли хрен пойми чего. Но надо валить в любом случае. Да. Хотя бы обелить. Блин, ерунда вообще. Видел, говорит, видосик мой новый. А,
насчет того, что видел ли я новый видосик. Блин, все очень печально и плохо, не помню, не знаю, но если я захожу, я обычно комментарий какой-то оставляю, обычно. Так что, если я что-то не видел, то я, наверное, обязательно зайду еще и ознакомлюсь. Так, нам надо поддержку, вообще нам надо маяк срочно забирать. Ого, нас так ливают капитально, это ж капец. Ну, надеюсь, что я не зря ему ансель снес. Очень надеюсь на это. Давай, вали, Ланца, вали. Что-то как-то у нас печально получается. Ладно, ребят, наверное, я выйду, потому что видать, что мы уже слили все до самого не балуй. Так что пойдемте-ка мы дальше. Не знаю, как это переводится. No speak English. Превосходство, снова дальнобой. Снова дальнобой. Но мы, да, сейчас пойдем по низу, пожалуй. Так будет интереснее. Интереснее будет в том плане, что мы можем надамажить. Наверное, ничего. Что-то мне подсказывает уже. Попробуем остатки вот допилить в этого Гаррета. Что смогли, то залили. Так, у нас тут на базу кто-то пробирается, надо тоже валить потихоньку. Уж не знаю, как справиться там дальнобой, без нас не справится, а вот здесь еще у нас Гаррет бегает. Ну, с Гарретом-то мы точно справимся. Блин, Гаррет нормально так ушел. Очень, очень быстро. Но мы попробуем его еще разочек достать. Что-что? Иван Лямин, что ты говорит? Давай, говорит. Ну уж мы можем как. Стараемся, в общем. Итак, нас уже тулумбасами спинами разбирают. Увы и ах, ничего не поделаешь. Добавь клан, хорошо. Вообще там есть вроде еще какие-то сержанты. Надеюсь, что они смогут тоже тебя как-то принять. Вопрос, в принципе, быстро решаем. И что ж мы видим? Видим то, что у нас что-то хреново, да, все идет. В плане не по плану. Не выходят наши противники за стенки, хитрят. Ладно, давайте-ка мы посмотрим. Там Лео сейчас идет. Надо хоть Лео помочь немножечко да разобрать. Вот таким вот образом. Сильно мы не будем подходить. Откуда мы знаем, что у него за оружие? Вдруг он нас еще разберет. Так, разобрали первого. Сейчас мы спрячемся сюда. Постоим, пока ему накидают. Пока он накидывает нам, будут накидывать ему. Очень в это хочется верить. Да.
Ну, пойдемте к нему навстречу, раз он идет так смело в нашу сторону, значит, накидаем ему сейчас. И не будет он больше так стрелять. Так, нам надо срочно за гору спрятаться, точнее, вниз. Вот. Так вот, схлопотал, в общем-то. Красавчик такой. Думал, сейчас накидает, но нет. Руслан говорит, ты был на тесте? Вообще, раньше был, да, конечно, но... Сейчас я уже туда не захожу, у меня нет интереса, нет стимула туда заходить. Раньше хоть голду платили, сейчас даже голду не платят, ну их нафиг. Не хочу туда заходить, мне и так здесь хорошо. Не знаю, может быть я просто как участник им просто был неприятен. То есть, ну, зачем я буду идти на рожон туда, где я неприятен, правильно? Поэтому, пожалуйста, пускай не надо, значит им не надо. Так, накидали еще. Ой-ой-ой. Какая же жопа нас здесь ждала только что. Итак, надо срочно бежать туда на помощь. Срочно на помощь. Давай, сейчас накидаем этому левого. Давай, бам. Слили его шоктрейнами. Так, срочно прячемся, прячемся. Сейчас, может, глядишь, выйдет, так мы ему еще разочек забубеним. Блин, и ланс вышел. Вот такая вот фигня. Так, не получилось нам нормально провести. Давайте пойдем навстречу к этому коржику, накидаем и ему. Привет, Дианка. Просто, говорит, я опоздал, ничего страшного. К нам можно опаздывать, все в порядке. Так, уничтожили коржика. Так, у нас тут вообще, смотрю, беспорядок. Большущий беспорядок. Бам. Мы промахнулись, что ли, судя по всему, да? Ну, ничего страшного, и такое бывает. Пока вроде держимся неплохо. Надеюсь, что мы сейчас подприжмем и этого тоже. Нам главное вовремя подняться вот на эту гору, догнать его каким-то образом. Не знаю, кто как это будет делать. Но у него смелости хватает идти против течения, поэтому фиг знает. Диана говорит, какой у тебя ник в игре? Не хочет высовываться совсем. Так, у нас там паук без палева заходит к нашему маячку. Я боюсь, что я там один не справлюсь. Да. Может, взводом, да, я, в принципе, не против взводом поиграть, почему бы нет. Так, ну ладно, мы хоть там не зря накидали. Мы вроде неплохо держимся, сейчас там еще кого-то надо принять в клан. Иван Лямин вроде писал, надо принять в клан. Так, мы тут попробуем сплэшем пока что-нибудь да сделать. Не знаю, вроде ничего не сделали толком. И там никакой поддержки. Ой, все плохо, да? Все очень плохо.
Сейчас надо помочь Ланса разобрать. Помочь надо. Мы тут едва ли что-то делаем. Я пытаюсь сделать так, чтобы он не дошел ни докуда, но это бесполезно. Блин, очень плохо. Нет, это ерунда. Все равно дойдет. Зейн мой ник. Кто-то написал Зейн мой ник. Ну что ж, неплохо мы походили, побродили, накидали. Итак, у меня тут маленькая заданица на клан. Давайте примем. Так, спать, говорит, хочу. Ну, Диана, так вроде бы нужно идти спать. Саша, так, не знаю, ты или не ты. Давайте глянем профиль. Ой, я, ребят, это не мой клан, поэтому, если вы годны, вас примут. Я принимаю только 30-й левел, более-менее прокачка, чтобы была, ребят. И говорю, я здесь не хозяин. Поэтому я не имею права распоряжаться этим. Шок тренинг, это жесть. Мне подойти даже не дали, убили. Так, ладно, мы идем дальше. Дальше. Сейчас пригласим Илью. Так, Илья, я тебя уже ищу, уже приглашаю. Кто же у нас еще пойдет за нас? Так, Максим вообще непонятно, что тут делает. Точнее, его как будто бы нет, ну ладно тогда. Давай пойдем вдвоем с тобой тогда, Квазар. Давай, Квазар, давай, давай, поскорее, я тебя жду. Еще раз сейчас тогда тебя приглашу на всякий случай. Давай, Квазар, где же ты? Да, я знаю, говорит, я раньше был, а сейчас хулиган. Вот так вот. Ну, так что, Квазар? Зови, говорит, если хочешь слить лигу. Спасибо, Диана. Пока не надо этого делать. Пока не нужно. Но что-то Квазар у нас не приходится никак. Не приходит и не приходит. Не знаю, может быть какие-то проблемы. Надеюсь, он отпишется попозже. Пока он заходит, мы, наверное, в бой сходим. Пока сходим в бой. Эх, поскорее бы этот бой включился, уже не хочется так сидеть тут. Хочется поскорее уже что-нибудь да как-нибудь. Так, дальнобой. Давайте. Хоть и гонка за маяками, все равно дальнобоем пойдем сейчас. Так, понятно, все убежали. Там у нас Рина перебегает с одного места на другое, судя по всему. Или он просто до нас сейчас побежит, неизвестно. Но пока он встал. Так, тут у нас Гриффин. Гриффина тоже надо ливать срочно. Тем более он 500-очник. Сейчас до нас будет свои пины кидать. Меня, говорит, Квазар пригласил во взвод. Ну, чё ж. Значит, играй с Квазаром. Так, надо бы его ливнуть вот этого. Потому что он больно нагло стоит, пасёт в середину. Это тоже не есть хорошо. Так, чуть-чуть да накинули, да? Кто-то там прячется за кого-то.
Что-то слабенькие молоты, ребят, десятые, вообще не знаю. Что-то я недоволен. Хоть какие-нибудь эти надо, фонарики что ли поставить. Может, они посильнее, помощнее будут. Пока не знаю. Но я недоволен. Очень недоволен. Вообще практически не работают. Всем привет, технаробот говорит. Привет, технаробот. Что-то они там прямо все респуются, мы смотрим. Что ж, так сильно подприезжали, что ли? Так, надо держать дистанцию, самое главное, иначе нас просто ливнут. Не по-детски. Каким-то чудесным образом у нас темпесты с молотом по-разному работают по времени. Не знаю, как так получилось. Видимо, не дожалось чего-то. Ну, мы так неплохо, да, стоим, середину бьем. Очень увлекательно. Ага, до нас бежит Рина. Начнем Рина, короче говоря, ливать. Да, неплохо так на Наташе весь бой практически. Так, так, так. Вот, неплохо. Давай на цель. Вот, неплохо. Там ребята реально разносят. Нет, не будем это выбирать. Точку мы выберем. Какой-нибудь Лео пока. Посмотрим. Чем же это все закончится. У нас есть 10 секунд, чтобы прижать их здесь. Да, говорит, Наташка рулит. Так, надо отойти пока. Пока отойти. Перезарядимся. Ну все, ладно. Неплохо все равно. Неплохо закидали. Хоть посмотрим, сколько наша Наташа, в принципе, сделала за бой, потому что она относительно была целый бой. Да, вот так вот на Наташе постоял целый бой. Так, надеюсь, Квазар уже готов к бою. Очень на это надеюсь. Тут же у нас и Слава есть, и где же у нас Квазар? Так, вот Квазар. Присоединился к нам Слава. Квазара, к сожалению, нету. Не знаю, что за фигня. Я ему присылаю приглашение, он к нам не приходит.
Очень сложно каждый раз находить списки ребят и приглашать заново. Это очень отягощает, честно. Ну вот, теперь найти не могу. Так, кто-то что-то так. Поговорим, говорит, что произошло. Стрим идет. Да. Стрим. Стрим идет. Идем сразу же в бой, конечно, ждать ничего не будем. Нет, говорит, я с Астаны. Превосходство. Кстати, да, мне сегодня интересно пришло сообщение, какой-то подписчик, на первый взгляд вроде нормальный подписчик, все дела, короче, такой, говорит, я подписался на тебя, но потом решил отписаться, потому что в моих словах засветилось слово «аутист», ребят. И он, говорит, встретил, ну, то есть вспомнил сразу же братуху там, грамматора, и вот такая вот была причина отписки. Вот как-то так, ребят. Я вообще, если честно, ни хрена не понял, я вообще-то противник братухи, потому что я не считаю то, что он корректно разговаривает, то, что он связывает мат словами. Как бы, не знаю, как я понял, что я очень подобный им. Ну и, в общем-то, я дебил. Так что, поздравьте меня. Все, в общем-то, отлично и нормально. Так что вы смотрите, как играет дебил с вами на стриме. Итак, у нас тут задница. Надо срочно помогать. Сейчас крыс будет занимать маяки. Побежали, побежали. Но нет, он не решился. Нас, видимо, здесь, да, здесь нас слишком много. Я бы тоже, наверное, не решился. Доктор Фауст спрашивает, андроид ли? Да, андроид. Эх, увы, пойдемте-ка мы обойдем. Хотя, что, куда нам обходить-то? Он прямо в наглую, да, прет сюда. Не вариант. Хотя, блин, лучше бы я обошел. Лучше бы. Но нам теперь задача еще скрыться от арканов, которые вон там, вдали, да. Справа от нас арканы. Уж не знаю. Там по дыму ни хрена не видать. У нас тут Слава и Квазар тащат эту часть. Очень тащат. Мы едва ли можем сосредоточиться на правильной стрельбе из ланца. Но, увы, ланс ушел. Ланс мало того, что ушел, он еще и ливнулся. Интересно, вот меня сейчас с арканами пытаются ливнуть. Выйдет у него чего-то или не выйдет, мы пока не в курсе. Но мы сделали свое грязное дело, поэтому пойдемте дальше. Короче, сходили мы дальше. Пенаты меня все-таки подсекли. Пойдемте-ка мы проведаем, что мы сможем сделать с Гриффином. Судя по всему, сказали спасибо. Мне раньше почему-то казалось, что этот человек русский. Ну, казалось так, во всяком случае. Надо ливать срочно ланца. Ланца ливать надо срочно. Отлично, ливнули ланца.
Так, здесь у нас тоже кто-то прям подкрадывается. Пойдемте срочно. Фигово у нас все это вышло сделать. Это был Хаечи. Такая вот беда. Надо идти за маяком, через маяк занимать срочно его надо. И, естественно, надо еще накинуть ему хоть афидочек. Там квазар уже тащит. Но нет, этот попал, конечно. Фигово, нас разносят только так. Не вышло у нас особо что-то сделать, очень не вышло. Но мы все равно пойдем сейчас через середину, я буду рисковать. Мешает здесь вот этот вот Хаечи. Мозолит нам глаза или что нам тут еще может помочь? Но я все равно уже упал. Ничего здесь не поделаешь с этим. Заберем хотя бы один маяк, хотя бы. Ладно, надеюсь, что мы помогли сейчас Ансель хотя бы сбить. Сбить этот Хаечи с толку. Но я думаю, что это бесполезно. Против нас играет клан Рус. Вероятнее всего, они играют по голосу. Вероятнее всего. Поэтому, увы, мы не затащили. То есть, конечно же, там целый собранный клан. Итак, моя лига уже падает. Да, увы. Увы и ах. Кто новичок, не забывайте подписываться на канал. А мы пока продолжаем дальнобоить. Да, хорошо по нам сейчас шок-трейн прошелся. Очень, я скажу, замечательно даже. Ёлы-палы, фига они так наступают жестко прямо на нас, вообще жестко. И вот этот булгасар сейчас тоже отлично так заходит по нам. И долго перезаряжаемся, все дела. Но видно, что пилот опытный, хорошо скрывается за всякими фигульками текстурными. В общем-то, молодец, что я могу сказать. Ой, да. Что-то я выключил, видимо, свои смекалки вообще наглухо. И не учитываю некоторые моменты. Пенек мне не дал пройти. Надеюсь, что мы сейчас вот этого дальнобоя как-нибудь да потрясем. Хочется в это верить.
Но нет, увы. Один Зевс, это ж капец. Ладно. Они так по всей карте расположились, ребят, в удобное для себя. В общем, все поняли, да, про что я пытаюсь сказать. В удобной для себя позиции. И этот тоже, и тот грифон. Наташка вышла. Ну давай. Может, глядишь на Наташке, хоть заденем ее, дальнобой этого. Нет, это все ерунда. Так, спрячемся пока. Еще немножечко надо попрятаться. И еще разочек. Да, дорогого мне стоило, конечно, здесь. Да, сейчас мы будем, короче, трайден там этим, бля, опять этот пенек. Поставят же эти пеньки-то тут, а. Отлично. Сейчас мы поможем доразобрать этого Лео нехорошего. Так, ну сейчас по нам, да, попадет целый большущий удар. Так, нам надо тоже соблюдать дистанцию, то есть если мы сейчас попадем под таран, будет не очень-то приятно. А мы, в общем-то, можем попасть под таран. Чем мы там проседаем, да, все равно. Вот тут у нас еще один Лео. Господи. Лео, спаси меня своим колпаком-то, куда пошел? Вот. Спасибо тебе большое, брат. Помог нам, брат. Нам главное держаться под колпаком. Вот так, хорошо, затащили. Держимся, главное, тоже вот под его колпаком. Это очень важно. Мы, говорит, с хаосом. Нет, мы все равно не выдержали этот бой. К большому сожалению, никак. Да, в общем-то, здесь бороться уже практически бесполезно. Ну, как вам, ребят, бой? Такой бой, да? Такой напряженный бой. И ни хрена мы не сотворили интересного. Так, у нас тут остался Квазар. Почему-то Слава вышел, судя по всему. Не знаю, может быть, потом поговорим. Ну да, потом. Так, у нас превосходство. Да, берем ближников.
Крыс поганый, он еще и с этими, с магнумами бегает. Небось не прокачанный нифига. Я уж подумал, по мне попали. Там, видимо, союзники. О! Это, наверное, Квазар звал. Перевод. Я уточка, уточка, уточка. Вот так вот. Уточка, уточка, перевод. 7 зрителей. По нам бьют гидры. Да иди ты уже, Грифон, господи, иди, не стой, не тормози, ради бога. У меня все реально по минуте, по секунде расстрелять. Ливанули мы, не ливанули, но сейчас нас ливанет точно. Квазар, спасибо большое, спас меня. Так, нас тут вот что. Ой, по нам сейчас прилетит очень страшно. Черт. Очень все плохо. Очень печально, ребят. Я сейчас узнаю, не случилось ли у нас что-то с интернетом. Сейчас приду. Минутку. Буквально минутку. Итак, давайте посмотрим, что у нас сейчас получилось. Я становлюсь более незаметным. Это как понять, более незаметным? Ты в режим стелс перешел. Давай, 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 Грифончик, иди уже, иди. Я, говорит, тебя вижу. Вот так вот, видят, говорят. Так, у нас там ланс, заливаем по лансу срочно. Так, отлично. Общими усилиями ливанули. Попробуем здесь сейчас подойти к нашему противнику поближе. Он, походу, и сам не рад уже, что-то от нас как шифруется. А, ну понятно, гидрист, поэтому и... дристует, в общем, по полной. Так, ливаем. Все, ну все, да. Гидрами закидали, в общем, все в порядке, хорошо. Привет, Кока, ребят. Все, кто новенький, не забывайте подписываться на канал. Говори громче. Хей, бро. Ребят, hello. I'm Russian man, no speak English. Все, что могу сказать, ребят. Да. Очень, да, тяжко, очень туго все идет. Вон там уже. Все, короче, мы победили. Пробегал весь бой, короче, что делал, сам не знаю, короче, как-то победили. Я даже сам не заметил вообще, я играл ли. Ну, понятно, да, так оно и есть. Почему я и ничего не заметил. На последнем месте. Молодец, Квазар. Хорошо тащим. Ты материшься? Да, относительно нет. А.
Вообще материться, ребят, это не есть хорошо. Во-первых, это говорит о том, что вы просто, ну хотя бы просто, вы не умеете разговаривать, в принципе. Поэтому и материтесь. Техно, ты, говорит, громче пиши. А насчет того, что если ты используешь мат, например, да, ну иногда, изредка, ну, в плане эмоций, выражения своих эмоций, ну, в принципе, допустимо, ничего страшного, но бывает такое. Но когда уже люди разговаривают на мате, я и таких людей сам не перевариваю. Так что, если кто-то ожидает от меня мата, пожалуйста, вы можете даже не ожидать, этого не будет. Я так понял, что мы, Ансель, хрен снимем. Да, не сняли. Опять дальнобой, все на тех же местах. Меня как магнитом прямо притягивает. Мысли, говорит, у меня пошлые. У меня пошлые мысли. Вот оно чё. Пошлятина. Не, говорит, я не матерюсь, просто не люблю таких. Вот, это хорошо. Это хорошо, что ты поддерживаешь это дело. Хорошее. Да, говорит Руслан. Ну, Диана, так нельзя. Ну что, накидаем залево? Блин, Лео. Лео идет с магнумами. 3 года будет до него идти, сольется 50 тысяч раз. Сколько? Дай 5, говорит. Вы меня там воспитываете, чё ли? Говорит, дай 5. Вы там сговорились по-любому, да? Ну-ка, признавайтесь. Оп. Там кто-то у нас пасёт. Вот. Это была Натаха, походу. Ну-ка её нафиг. Вот так вот. Ливаем. Ты, говорит, сам... Я же говорю, что иногда изредка в плане выражения эмоций допускаю, но я не разговариваю матом, как братуха, граматор, шторм, например, там. Ну, короче, я назвал всех плохих, относительно плохих. Ну, например, братуха, например, он вообще не умеет разговаривать, деградант полный вообще. Поэтому, ребят, ничего страшного, как бы... Все люди разные, отношусь я ко всем одинаково, все мы люди. Бам-бам, ушел вниз. Пойдемте в другое место, там поорудуем. Ну что ж, настало твое время, Валера. Да, давай, бам. Уносим потихонечку, потихонечку, еще разочек. Блин, он от нас прыгнул. Ну, Квазар, держись. Братка. Ой, а тут фьюжн. А фьюжн-то тоже непростой. Не лыком шитый. Понятно. Давай, уходим. Кто-то, говорит, скатился. Кто скатился? Ну-ка, давай, рассказывай. Ну, давай уже фьюжну накидаем. Точнее, райджину накидаем сейчас. Я прямо здесь это медом намазано, да? Давай, давай, давай. Все. Ливнули от души. Да, Game Freeze, он обзорщик игр. Джон Доллар, ну, он понятно, он от пиктоников. Проплаченный мэн, все в порядке, чё. Ну давай, 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 накидывай, Натаха, накидывай, ну же. Блин, как это долго. Нифига ты эмбером работаешь, чувак. Ну все, я тебя сейчас просто спалю вот это. А, у меня темпесты кончились. Вот это очень уже плохо. Ну ладно, будем накидывать здесь, стоять и накидывать ему. Да, к сожалению, я оказался здесь один и поддержки у меня хрен. Не знаю, где бы мне так очутиться, чтобы хоть что-то добыло.
Давайте мы куда-нибудь вперед, что ли, прыгнем. Так, ну вот как раз у нас тут жертва поджидает наша. Говорит, ну ладно, отдамся я вам так и быть. Черт, мы промахнулись, что ли? Что за фигня? Отлично, забрали маяк. О, лево. Налево, получи кусочек шахтренов. Как оно тебе? Еще. Да фига ты наркоман, на еще. Мы не против. Хотя это, говорит, новый русский танк. Танк Т-14, ребята. Познавательная программа, однако, у нас. Так. На. Красавчик. Еще. Еще чуток. Бам. Ладно, отойдем куда-нибудь подальше, а то я не пойму, откуда нам приходит этот огонь-то. Черт возьми. Так было нелепо слиться. Ох, вышло что-то из-под нашего контроля. Как у нас тут квазар с панишерами? Ну-ка, посмотрим. Кто знал, что панишеры это топ-оружие из бюджетки? Ну-ка, признавайтесь быстро. Давай, Квазар, я верю в тебя, ты можешь это сделать? Топ оружия, из бюджетного оружия, топ панишеры. Но ими надо уметь стрелять, уметь соблюдать дистанцию, ребята. Просто Квазар попал в очень трудное положение и бум-бум, его убили. Ладно, заканчиваем бой. Давайте Квазара заново пригласим. Не будем уж слишком все ожидать. Ты, говорит, на чем играешь? Ребят, играю абсолютно на всем. Ну что ж, создаем взвод. Создаем. Очень долго создается взвод. Давай, Квазар, приходи к нам. Он, говорит, поймет, что на войне армата ему жизнь спасет. Ванна, говорит, кто-то. Ванна 1v1. А, с кем один? Именно, говорит, платформа какая? Андроид. Ну что, у нас Квазар, он в бою, что ли, не пойму, он ждет окончания боя. Мы его приглашаем, а он все никак не идет. Видимо, ждет окончания боя. Эх, жесть. Квазар, давай. Включи смекалку, что пора бы выйти из боя. Ну же, выходи. Блин, мы Славу пригласили, Слава-то не будет играть. А, Квазар вообще вышел, что ли, не пойму. Эй, где кто есть? Он, кстати, Растар здесь, давайте с ним поиграем. Тоже хороший стример, мне он нравится. Тоже не пошлый, вроде не матерится. Так что, и к нему тоже приходите. У него ник такой же, кстати, здесь на Ютубе, если кто не в курсе. Так, Харьков какой-то, так, не знаю, кто-то из клана к нам хочет, ну давайте пригласим, почему бы нет. Заодно глянем его ангар, вообще чё к чему. Ну-ка, ну 8-9, ладно уж, чё, не буду там разбираться дальше, как говорится, на его совести. Все на его совести. Так, где у нас кто есть? Квазар, я так понял, к нам не придет. И Растар тоже. Ладно, пойдем в бой. Пойдем, дружище, в бой. Руслан говорит, но understand you. Это что такое?
Как переводится, я не в курсе вообще, ребят. Не в курсе. Вроде говорит так. Ну уж я не знаю, что сказала. Вот, ребят, это вообще странно. Давай, гоу-гоу. Беги, беги, Ринка, беги. Кто-то к нам хотел поздороваться, с нами поздоровался. Харьков, он теперь сзади, он бомбит нас. За то, что мы вовремя не крутнули ничего. Ну что мы там, не ливнем никого сегодня, да? Очень жаль. Ладно. Обидимся, пойдемте от него тогда. Нифига тут что творится. Это очень плохо. Блин, мы даже не ливнули его, прикиньте. Жесть, что делается. Вы как хотите, идите, занимайте этот маяк. Я просто здесь пробегу и обелю его. Вот таким образом. Посмотри, говорит, мое интро. Мистер Мармар. Ребят, но я все это делается на личном, как бы сказать. Давай, Рина, хоть чуть-чуть набей ему там. Тебе же должно понравиться. Что, для меня интро какое-то сделал, что ли? Для нашего канала. Так. Это у нас Булгасар, по-моему, нам надо бы от него избавляться порезче. Вот таким вот макаром. Блин. Лишние тараны остались. Кстати, интересно, перезарядка для таранов тоже будет? Могу и для тебя. А, ну я думал только для меня. Губу раскатал, да, такой. Так непорядок, так ты меня сольешь. Красавчики какие. Офигеть. Ай-яй-яй. Что-то ребят подглючивает. Наверное, у вас тоже, да, сейчас подлагивает, мне кажется, стрим. Да, Диана что-то там. Ты, говорит, сколько в ВР играешь, ребят? Пожалуйста, обращайтесь. Если вы ко мне обращаетесь, так и обращайтесь ко мне, а то я... Я просто не буду отвечать на вопросы без обращений. Просто я правда не знаю иногда, мне ли задаете вопросы, или вы между собой общаетесь. Так, это уже готовое интро, там надо как написать и все. Не только у тебя лагает, да? В смысле, игра лагает, не только у меня, то есть все в порядке везде, да, как я понял. Дело в игре. Все, мы проиграли, в общем. В общем, произошла полная засада, полная беда. В общем, мы расстроены отчасти, потому что так нельзя. Еще плюс лига слита, минус 8, как мы видим. 176 урона всего набили. Да... Жесть. Илюха, зайди ко мне на канал. Пожалуйста, говорят. Так, я недавно на твоем канале, не знаю, как, как тебя зовут. Меня зовут Руслан, ребят. Все, кто новенький, не забывайте подписываться на канал. А также у нас есть ссылочка на Discord, есть ссылочка на группу клана. Пожалуйста, можете присоединяться. А также ссылочка на Facebook. Для того, чтобы, когда у нас все будет хорошо, мы могли бы поиграть и с подписчиками. А для этого надо добавиться в Facebook. Итак, здесь у нас дальнобой. Не знаю, что нас ждет. Давайте попробуем дальнобойными сборочками обойтись. Хрен знает. Если честно, ребят, я подустал этими сборками играть. Я знаю, что они тащерские, я знаю, что они хорошие. Но мне хотелось бы поиграть просто на других сборках. Я, наверное, в группу клана, либо в комментарии можете писать ваши пожелания, на каких сборках поиграть, что именно подсобрать интересного можно. Я буду рассматривать ваши варианты.
Руслан говорит, сколько ты играешь в ВР? Ну, ориентировочно 11, ну, примерно 11-12 месяцев. То есть около года, около, но не год. Итак, там у нас лево, мы сможем ли мы лево спалить, мистер Мрак? Хорошая интро. Вот так вот. У Ильи Роботс тоже интро там есть, насколько мне известно, и он шарит в этом. Давайте-ка мы сейчас выйдем сюда. Так, без палева, да? Без палева, так, на! И Булгасарику прилетело. Надеюсь, что еще раз прилетит Булгасарику. Да, Булгасар ушел. Давайте двигаться поближе, чтобы хоть кому-нибудь тоже накидать чего-нибудь. Угу. Отлично. У нас тут кто-то слева затесался. Это Булгарик, что ли, или кто это такой? Ну, короче, кто-то типа из Хаечи, да? Так, давайте поможем ему разбиться, так сказать. Поможем разбиться, развиться. Чё-то, ребят, вообще туго дается нам Булгасар. Блин, он МК-2, что ли? ТФН надо будет глянуть в конце. Если не забуду, конечно же. Так, ну все. Мармар, говорит, ушел. Неизвестно. Наверное, он пошел для нас сделать интро. По-любому. Мы намекнули, чтобы нам бы тоже не мешало сделать интро, и он пошел делать интро. Сейчас придет, обрадует нас, скажет, все, типа, на вашем канале будет офигенно интро. Руслан говорит, ты донатил. Ну, как сказать, не то чтобы донатил, но какие-то акции покупал, в общем. Да, говорит, он свой канал пиарил. Да, в принципе, что у нас тут пиарить канал свой? Чтобы пиарить канал, это надо еще понимать, что делаешь. Так, 3-3. Осталось совсем чуть-чуть секунд, и давай хоть кого-нибудь. Во, молодец, красава. Давайте возьмем нашу Натаху коронную и пойдемте из-за угла ей давать люлей. Тут двое, надеюсь, не обойдут меня справа, хотя все возможно. Итак, вот мы видим тут задница сейчас будет вот этому Гриффину. Отлично, накидали немножко Грифончику из-за угла. Интересно, он выйдет сегодня, Грифон? Вроде выходит, да? Вышел, что... Ну, свидос, Грифон, спасибо, что вышел. Чё? Нет, не слился. Нет. Ну, с нашей помощью, как я понял, он все-таки слился. Давай, давай. Ты можешь. Короче, все ушло. Вансель, ребят, прикиньте, все вансель. И мы не смогли ливануть. Вот это жесть. Это реально жесть. Чтобы, говорит, ему ставили лайки, короче, рекламировал свой канал. Так. Не знаю, что сейчас из этого выйдет, но мне кажется, ничего хорошего не выйдет. Давай. Бам. Один ушел. Один ушел. Там Ланс боком ходит. Еще разочек. Давай, 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 давай. Блин. Не вышло, да? Что-то у нас пошло не так. Ох, как же это все еще приглючивает слегка. Прямо как перцем приправил. Так, чуть-чуть по лансику. Хорошо, вроде бы все пошло. Бам, блин, промахнулись, лучше бы не стрелял. Не люблю, говорит, таких. Что ты говоришь таких? Кто-то не любит таких. Так. Отошли. Стрельнули, спрятались. Поднакопили. Вышли. Выстрелили. Спрятались. Вот так вот. Руслан говорит, ты только в Варобот играешь. Да, только в Варобот играю, ребят.
Вообще не думал, что, честно вам скажу, не думал, что я буду когда-либо играть в какие-то игры. Но, блин, подсел на эту игру по не по-детски. Очень, очень подсел. Так, давайте-ка мы встанем боком. О, да тут все плохо, ребят. Выстрелили, конечно, мы ему в щит. Стоим, противостоим, но это ерунда. Это ерунда. У нас остался последний робот. Это Лео. Никто пока... Никто толком пока не может нам помочь. К большущему сожалению. Но мы все-таки... Свое взяли. Святая, говорит, игра. Да, Руслан, тоже так считаю. Вот-вот. Так, теперь нам надо валить срочно назад. Иначе мы сейчас по полной схлопочем. Ну же, давай, вались. Ну, по-моему, все в порядке. По-моему, все в порядке. Так, у нас тут можно трайдентом. Трайдент. Пины вход. Все вход. Ой, некачество. Совсем некачество. Все очень плохо. И бабах, давайте уже немножечко нанесем урона. Все, вовремя ушли, это очень хорошо. Надо вовремя валить, главное. Да, вовремя свалили, это замечательно очень. Ой-ой-ой-ой, это Паттон, и сейчас нам привалит. Айда привалит. Вовремя избавились, это хорошо. О, орешек. Блин, жалко, мы полностью разряжены. Так, ну-ка прячемся быстренько от него. Быстренько, быстренько прячемся. Все, он ничего не сможет сделать. Ай-яй-яй. Это арканчики, арканчики. Главное зацепить. Черт. Мы его не зацепили. А здесь-то еще жесть. Прячься, Лео, срочно вообще. Уходим за стеночку. Ну, фиг знает, фиг знает. Давайте, может он... Нет. Нет, не надо ко мне ходить. Какой, говорит, не рекламирую его канал. Если... Вам не нравится, вы просто говорите, мне не нравится. Ну, то есть, если мешают общению явно, то вы можете об этом говорить, что мне мешают общению. Я таких просто буду банить. Вот. Ну, не навечно, конечно же, но на некоторое время. А так, если вам не мешают общению, то зачем? Пускай все остается. Итак, Слава Квазар. Так, Квазара у нас здесь нет, поэтому пойдемте без него. У нас вообще сколько идет стрим? Нифига себе, час уже с лишним. Вот это да. Вот это мы можем. Блин, гонка за маяками я взял. А, ну все, в принципе, нормально, ладно. Гонка за маяками, в общем, все нормально. Что-нибудь да поделаем, говорит, ты пишешь, что он крут и все тонкое. Он, как я понял, это кого-то уже напрягает, ребят, слишком много тоже не пишите, те, кто пиарится, один раз отпиарили, сидите, понимаете, будьте, пожалуйста, взаимовежливы и относитесь. Ой, блин, да что ж такое. Короче, все пошло не так, ребята. Все пошло не так. Профиды идут. Ну, в общем, как мы видим, вообще не пруха. Блин, ну все, ребят, наверное, это последний бой. Да, это последний бой, ребята. Это некачественное интернет-соединение. Да.
Ладно, я сейчас буду просто сливать роботов, ребят. Невозможно играть стало.